Наш регион готовится к встрече эстафеты Олимпийского огня. Маршрут проложен по двум городам – столице российской провинции Урюпинску и самому Волгограду. И сейчас полным ходом идет подготовка к этому знаковому событию. В центре внимания вопросы, связанные с оборудованием пунктов сборов и килоносцев, а также с движением транспорта. В частности, уже принято решение ограничить 19 и 20 января въезд в Волгоград транзитных большегрузов. Об этом автомобилистов проинформируют щиты и дорожные табло, расположенные на всех федеральных трассах области. В понедельник будут перекрыты и многие улицы областного центра, по которым пройдет маршрут эстафеты. Он затронет 4 района города-героя. И, конечно, сверхактуальным остается вопрос безопасности участников и гостей. Наша сейчас задача вместе с правоохранительными структурами подготовить мероприятие 19-20 января так, чтобы все было без сучка и задоринки. Чтобы и с точки зрения антитеррористической угрозы было все достойно, и с точки зрения, конечно же, самих мероприятий. Чтобы покиноносцы все были на месте, чтобы не было никаких эксцессов. Чтобы с технической стороны было все достойно. Одним словом, мы сейчас работаем над этим. Напомним, 19 января главный символ сочинских игр привезут из Воронежского региона в Урюпинск. На следующий день, 20 января, огонь прибудет в областной центр. Эстафета охватит все знаковые места и достопримечательности города-героя. Факел даже побывает под землей. На скоростном трамвае его провезут между станциями метротрамы ТЮЗ и Профсоюзная. Общая протяженность маршрута 46 километров, а пронесут олимпийский огонь более 250 факелоносцев.